В канун Дня матери в городе и районе сделали все, чтобы этот праздник для всех мам стал ярким и незабываемым. В детских садах, в школах, библиотеках, домах культуры, спортивных залах – всюду поздравляли мам. С подробностями Надежда Неткачева и Александр Косицын. В канун праздника глава Славянского района Роман Синеговский побывал в гостях у семьи Тимченко, в которой воспитываются трое детей. А дети – это не только радость и счастье, но и большие хлопоты, заботы. Но мама Виктория Владимировна успевает и детей воспитывать, шитьем заниматься, делать подделки своими руками. Поздравляем с Днем матери. Все мы, кажется, все наши женщины, они мамы, бабушки, да, сестры. Поэтому мы всех уважаем, любим. Но в этот день дополнительно хотелось бы сказать слова благодарности за ту миссию, которая вам предопределена – рожать детей, растить их, заботиться о них. Поэтому мы гордимся всеми нашими мамами, мы их поздравляем. Желаем крепкого-крепкого здоровья, здоровья вашим деткам, благополучия вашей семье, радости. Очень приятно, что вы выполняете поставленную задачу губернатором. В каждой кубанской семье должно быть трое детей. За чашкой чая говорили о многом – о быте, о работе, о жизни, о будущем, о том, как, несмотря на трудности, воспитывать детей в любви и согласии. Григорий Литовко, председатель районного совета, побывал в семье Черкес. У них трое детей. У вас прекрасная семья, хорошие дети, вы отличная мать. Сколько вам этого стоило вырастить или растить ваших детей? Вот это, знаете, только вы. Бессонные ночи. Всегда с ними, везде и во всем. Низкий вам поклон за ваше материнство, крепкого вам здоровья, детям всего самого доброго. Пусть они радуют вас своими достижениями. Также Григорий Литовко поздравил многодетную маму Светлану Рудакову. В их семье шестеро детей. От имени главы района и главы Петровского сельского поселения поздравления принимала Любовь Колесник, многодетная мама. У нее семеро детей и уже есть 15 внуков и 13 правнуков. День матери – праздник, который уверенно вошел в российские дома 16 лет назад, как дань глубокого уважения и признательности нашим мамам. Первые шаги, первый раз в первый класс, день за днем, год за годом. Все это время с нами рядом мама, отметил в своем поздравлении председатель районного совета Григорий Литовко. Я хочу от всей души вас сегодня, дорогие наши мамы, бабушки, тети, сестры, поздравить с этим замечательным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, счастья. И будьте всегда окутаны теплом и любовью своих родных и близких, ваших детей. На концерт собрались мамы со всех уголков Славянского района, чьи судьбы могут служить примером. Всего в районе более 50 тысяч мам, из них около 1200 многодетные. Одна из них – Галина Река. Воспитала троих детей, теперь, говорит многодетная мама, воспитывает внуков. Семьи здоровые, хорошие. Я имею в виду, вот, мне комфорт. Внукам хорошо живется. И нам с отцом очень хорошо живется, потому что, когда видишь, что дети счастливы, мы счастливее, наверное, втройне от этого. Галина Река, 36 лет, работала учителем в начальных классах в школе Станицы Петровской. На празднике она была награждена дипломом губернатора Кубани за заслуги в воспитании детей. Также наградили дипломами главы района матерей, воспитавших приемных детей, творческих мам и мам разных профессий. Каждая мама, выходившая на сцену в этот день, получила в подарок шаль, как символ тепла и уюта. Для сидящих в зале родителей на сцене выступили дети с творческими номерами. Песни, танцы, стихи посвятили они своим мамам. Капачевская, Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».